тысячи книг, редкие экземпляры газет, интерактивная зона и просторный холл. Так выглядит библиотека номер 3 на Юбилейном проспекте. Новый облик после ремонта по программе губернатора Московской области. Тамара Кошелева оформила читательский билет 5 лет назад. Она постоянный посетитель библиотеки. Шутит вместе с подругой, ходит сюда как на работу, каждый день. После ремонта, рассказывает женщина, читательский зал не узнать. Сравнить очень даже сложно, потому что старая библиотека была недоступна, книги были недоступны. Они были только то, что вот попросишь, предложат, а к книгам доступа не было. А ввиду того, что сейчас свободный доступ книг, это очень даже здорово. Я нахожу такие книги, которые я когда-то мечтала, я книголюб, когда-то мечтала эти книги где-то купить, приобрести, не получалось. В прошлом году библиотека стала библиохолом. Здесь обустроили несколько зон: читальные компьютерные залы, детское пространство, комнату с проектором. Какие еще преобразования ждут библиотеку, жителям рассказали представители администрации. 2019 год. Объявляется перезагрузка библиотеки. Выбрано уже 7 городов Московской области, в которые мы опять попадаем в пилотный проект. И вот эта библиотека выбрана именно как по перезагрузке уже работы с читателями непосредственно. То есть здесь будет, говорю, библиотека с культурно-досуговым центром. В обновленной библиотеке можно будет выбрать занятия по душе. Обучающие семинары, лекции, кинопоказы, шахматный кружок, компьютерные курсы для пенсионеров. Также появится Wi-Fi, бесплатный доступ к электронной библиотеки «Литрес» и фирменная сувенирная продукция. После проведут перезагрузку всех библиотек городского округа. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.